Антонио Гауди, создатель знаменитой Саграда Фамилия, на любых стадиях своего творчества мог заставить окружающих удивляться и восхищаться своим мастерством. Таким творением стал «Дом Бальё» в Барселоне. Важный этап в творчестве мастера, после которого сформировался особый, ни на кого не похожий стиль маэстро, творить так, как просит душа и сердце, не оглядываясь ни на какие каноны архитектуры. Доходный дом фабриканта Жозепа Бальё и Касановос, построенный в 1875 году, хозяин хотел снести и построить на его месте что-нибудь поинтересней. Но призванный к проекту Гауди остановил заказчика. Дом можно изменить другим способом, вдохнув в него буквально в прямом смысле новую жизнь. В результате Барселона украсилась ни на что не похожим зданием, которое каталонцы окрестили как «Дом костей». И на это необычное название имеются все основания. Реконструированный дом превратился в подобие сказочного жилища, сложенного из костей, балконы у него похожи на черепа, а колонны – на кости. При этом в доме нет практически ни одной прямой линии. Гауди, верный своей приверженности к природе и всему натуральному, не желал вносить в свое детище хоть что-то из мира людей, сплошные расплывающиеся линии, волнистые очертания, сломанная керамическая плитка, украшающая большую часть фасада, в результате чего главный фасад напоминает сверкающую чешую чудища. Дом увенчан башенкой, в которой окружающие видят меч, вонзенный в дракона, словно Гауди хотел тем самым продемонстрировать победу святого Георгия, покровителя Каталонии, над злом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.